Ну, по игре было видно, что мы попробовали Олю, чуть не вошла в игру, может, где-то Котикова получше вышла, почище сыграла. Вернулись к сочетанию Каточкина-Котикова. Мне кажется, из-за того, что такое начало, получаются такие качели уже в середине. То есть, ну, я думаю, сейчас будем разбираться, потому что сразу после игры это тяжело сделать эти выводы. Но то, что эти качели заметны и для нас на площадке, это такое есть, и будем работать, исправлять. Добавляет от каждой игры к игре, то есть все равно очень приятно, но работы очень много, и положительно, и совсем перехваливать не хочется, но тоже тонус должен держать, и тем более все равно тоже не в оптимальной форме, еще так это чувствуется. Но я думаю, это все равно период, осенний период, такое тоже состояние странное у всех, и я думаю, это тоже сказалось на концентрации внимания, то есть и, ну, работа связки безумно непростая, то есть держать в голове так много моментов очень сложно, тем более в таком юном возрасте. Женя, мы надеемся, конечно, что в скорейшем будущем присоединится к нам. Пока она работает по индивидуальному графику, конкретики нет в этом вопросе. Мы ждем, она с нами, но пока так. Действительно, весь счет – это разница в 2 очка, это просто где-то чуть больше везения, удачи, там отыгрыш от рук, потому что, ну, в целом Москва тоже не выглядела, что она в оптимальной форме, и у них были спады, то есть такие же качели, когда они проигрывали сериями, так же и мы, и просто хочется, чтобы эти серии были минимальны для нас и выходить из них победителями. Причина – нехватка времени для сыгранности. В целом игра была неплохая, хорошие соперники, много долгих розыгрышей красивых, к девчонкам претензий нет, все бились, чуть-чуть там небольшое повреждение Тани получила у нас Каточкина, но это спорт, это игра, тут надо перестраиваться. Знаете как, тяжело играть в Казани, это нормально, это очень хорошая команда, хороший тренер, очень уважаю работу и тренера, и команды, и клуба. И всегда, когда выиграешь в Казани, конечно, доволен. Но за нас очень важная победа, чтобы получили уверенность чуть-чуть. У нас много новых игроков, и надо время, чтобы сыграть.